Здравствуйте, это проект «Неизведанная планета Человек». Я автор-ведущий Владимир Симонов. Эту программу я назвал «Еще не пьян, уже не трезв». Еще не пьян, уже не трезв. Но строка рифмуется. Рифма в ритме или без, но слово танцуется. Мгновения в столетия снизываются, и каждый день и первый, и последний. Глупцы о неусвоенном облизываются, а век и золотой, и медный. Нормальный век, каким и должен, время не под ноги смотреть, а крылья доставать из ножен, чтобы лететь. За горизонт, в новейшую реальность, махая крыльями, не уставая, чтобы сверсталась, спахталась тональность, по-иному, иная, чтоб небеса омузыканились прозрением, чтоб человек очувствовал гармонию, чтоб женщина своим весельем дней перенастроила какофонию. Еще не пьян, уже не трезв, но строка рифмуется. Рифма в ритме или без, но слово танцуется. Сквозняк сметает накопления, и нет иллюзий позади, уравновешены стремления, забыты страхи и вожди. Серость осыпалась в осколки, и вместе с ней сгинул туман. Пусть безвозвратно, что в нем толку, вместо реальности экран. Реальность все одно чудесней любых придуманных идей. И радуюсь я новым песням, седлая молоденьких коней. До переправы, ну, а дальше рукой подать до высоты. Мы никогда не будем старше, обживая пространство красоты. Есть какая-то грусть в горизонтах открытых, когда небо с землей, как вселенский засос. Мне всегда не хватало разностей слитых и ответов взахлеб на сокровенный вопрос о земле, о себе, о дорогах с ухабами. И в своих направлениях я терялся порой. И не то чтобы сильным был, и не были слабыми, но так чужд был мне всегда сытный покой. И теперь, когда я прозрел горизонтностью, и его надыхивать велено мне, я выпахтываю мелодию собственной нотностью, камертон закаляя в рассветном огне.